В 2003 году была подписана Конвенция ООН против коррупции. 150 государств выразили готовность противостоять взяткам, подкупам, подлогам, хищению бюджетных средств и пресекать такие преступления. Надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства на постоянной основе ведет прокуратура Армавира. С начала года ее сотрудниками выявлен ряд нарушений, которые допустили муниципальные и государственные служащие. В текущем году прокуратура города Армавира проведено 6 проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции. Выявлены нарушения. Прежде всего, это сведения о доходах и расходах, которые обязаны представлять государственные и муниципальные служащие. В итоге из этих проверок было выявлено, что отдельными лицами не показывается находящееся в них собственность имущество. Это жилые дома, земельные участки, транспортные средства. Естественно, по факту этих нарушений и были применены акты прокурорского реагирования. Более 30 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В мае 2016-го прокуратура Армавира планирует провести проверку деклараций чиновников на предмет соответствия доходов и расходов. В этом году не обошлось и без более серьезных преступлений. Возбуждено 6 уголовных дел по фактам взяток. Среди обвиняемых – полицейские, работники образования, приставы. Я хочу обратиться ко всем жителям города с предложением в случае выявления фактов коррупции обращаться в прокуратуру города непосредственно или по телефону 331-56. Ваши доводы, ваши заявления будут приняты к рассмотрению и будут в случае выявления нарушения приняты соответствующие меры. На данный момент прокуратура Армавира проводит проверку по факту выявления подложного диплома о высшем образовании у госслужащего. Пока не называется даже сфера, в которой работает подозреваемый. Если данные подтвердятся, за подлог документов армавирцу грозит уголовная ответственность. Ирина Рухлядко, Артур Корджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.